проезд прямо налево между фишек, въехать перед буквой «П» на стену, поворот направо за фишкой. Полувольт, такой маленький полувольтик, и сюда на квадрат направляю его. Направо-направо и на квадрат. Шагом. В серединке квадрата делаем остановочку. Можно сказать ему стоять. Хорошо, похвалил. И движение прямо. Полувольт налево и на препятствие, где лежит жердь. И то же самое повторяешь. Ножку прижала. Фишечки тоже проезжаешь, ножку прижимаешь. То есть приучаешь себя все время по одной ноге проходить препятствие. Чтобы нога у тебя никуда вперед не уходила, а как бы ты подаешь лошади команду к движению вперед. Хорошо, направо за фишку. И на квадрат с остановкой. Смотри на квадрат, и тут смотришь на коня все время. Тебе можно даже меньше успевать сделать поворот. На шагу так вообще. Хорошо, молодцы, стоим. И движение шагом. Чуть ручку вперед подай, освободи повод и просто пошагаешь.